В Назарбаев интеллектуальной школе прошел турнир по баскетболу в честь памяти учителя физической культуры Даулета Токожина. Участие в нем приняли спортсмены из разных школ города и районов. Как прошел турнир, узнаете из следующего материала. В турнире по баскетболу приняли участие как городские, так и районные команды, которые собрались вместе, чтобы отдать дань уважения Даулету Каиржановичу и продемонстрировать свои навыки на баскетбольной площадке. Наша задача – популяризировать спорт, в том числе и баскетбол, и ежегодно проводить день памяти, да, Даулета Каиржановича, но по разным уже видам спорта. Я думаю, в следующем году также мы соберем спортсменов и на таком же уровне проведем. Ловкость, скорость, командная игра – главные составляющие победы на этом первенстве. На баскетбольной площадке встретились команды 32-й школы, гимназии «Бест», «Ниш» и спортсмены из школ Таиншинского и Тимирязевского районов. Ну, цели на турнир большие. Мы приехали только что с чемпионата Казахстана. В принципе, у нас остался запал такой хороший передигровой, поэтому ставим себе целью выиграть, естественно, этот турнир, но не будем забывать то, что и соперники хорошие. Мы видим подготовку. Вот Ниш команда тоже подготовлена. Видно, что тренируются ребята. С районов команды приехали тоже. Ну, такие боевые. С ними будет тяжело. Поэтому, ну, дай бог, чтобы у всех без травм получилось. Ну, и главное, что будем пытаться, стараться побеждать и делать все возможное для того, чтобы выиграть. Мы, команда Тимирязевского района, приехали на турнир Даулету Каиржановичу в Токжину. Занимаемся уже лет 15 занимаюсь, команда у меня уже года 4, также являемся призерами области. И в будущем, я думаю, что этот турнир будет о себе, большую роль сыграет в детском спорте, также и в взрослом спорте играет он. Турнир прошел в атмосфере соперничества и уважения. Все участники выложились на полную и показали, что спорт – это не только противостояние, но и общение, дружба, а также возможность отдать дань памяти и уважения. Илья Кудряков, служба новостей.